Гриш хочет выиграть, хочет заставить меня играть башней против кого-нибудь читерского. Ну, мне вообще без разницы, на самом деле. Гоняю за гринда на замедление покидаю. Тут Black Smoke скидывал 2 евро на травки от кашля, а я прохлопал ушами. Спасибо, Black Smoke, если ты еще смотришь, за поддержку. Вот Ляксандр кидал 1000. Костя, с выздоровлением тебя не хватало. Спасибо большое за поддержку. И вот за билетик еще. Шмотка 5 ул. 200 рублей пришло. В общем, все, я пропустил, как всегда. Спасибо, ребят, большое за поддержку. Сорян, что сразу не заметил. Я немножко не в форме пока. Буду отмазываться так. Ну что же, поехали. За дракона, естественно, я хотел поиграть. Ну и это быстрее просто. Я еще хочу спать пораньше лечь, если честно. Так, что там, 500 денег, да, я Гришу должен? Смешной торг, конечно. Дракон, сейчас будем тут себе супер колдунов делать. Позитив, я тебя уверяю, что Хота Крю столько всяких идей понакидали за время их существования. Гриш сам приедет с плащом. Ну, кстати говоря, Павел, кстати говоря, да, это красиво. Кайф. Все еще болеешь. Еще на витамины тогда. Спасибо огромное, Гвензер, за поддержку. Спасибо большущее. Ну так, остаточное, я надеюсь. Надеюсь, что новой волны у меня не будет. Все, поехали, ребят. Приятного вам просмотра. Главное, чтобы игра была интересной. Остальное все ерунда. Мужчина с черным лицом, белыми глазами. Как-то здорово. Просто супер колдун. Так, хоп, тут налетчики тут же тебе. А у нас тут пацаны. А мы, кстати, на пацанах налетчиков не разберем. Может, мы вот так имеем право поступать? Я, если честно, даже им не пробовал играть, а я забыл, что он с чародеями стартует. Вот так вот сразу, мощно. Карабас-карабас какой-то. Лампа какая-то. Лесопилочка. Вообще все вроде как бы намекает на то, что надо играть, да? Еще коробка. Довольно приятно, еще коробка, слушайте. Да не, надо тут играть, еще коробка. Если Гришу сплюсует, то мы тоже плюсуем. Лампа одна, да, из того, что мы видим пока. Ну, как бы... Мувы по снегу, да, мувы по снегу, это, конечно, проблема. 1-1-1, ну тут шо-шо-шо-шо-шо тут уж скажешь. Здесь уж как есть. С мувами есть такое дело, да, не хочется уходить никуда с дороги на чародеях. Гнолики.
Ну чё, плюсуем. Сразу здоровенная лампа, лесопилка есть, руда есть удобная. Давайте, погнали. Два, один, один, принудительный финал. То есть сидеть некогда, да, здесь долго что-то выдумывать, высиживать. Вот этих ребяток имеет смысл, может быть, сразу собирать так-то. Логу очень хочется поймать, да, прям вот здесь сейчас. Еще лампа. Приятно. Замок. Интересно. Блин, со снега сходить. Что делать? Не сходить вроде тоже нельзя, да? А замедление как-нибудь, не? Ну так, на всякий случай. Не. Привет, Кирилл Суворов. Нет, Сандро, не могу я из лучников делать. Из монахов, фанатиков. А в смысле из монахов, да, могу. Но это мне никак не помогает информация. Монахов я здесь не буду строить, если ты об этом. Чародей на камне кожи повернут. Получается так. Так. Нам бы ламп побольше, да, на самом деле. Может, мы даже и темп бы придумали, но, может, нам из дороги бы уходить не пришлось бы. Но мы в любом случае бежим сейчас за рудой, вот сюда. Сапоги зеленые, вот просто мечта для нас. Ну или крылья, это понятно. Но это вот как бы уж... Это та боль, с которой ты ничего не сделаешь. Коробки на монаха в центре, если касл. Но это если. Я имею в виду сейчас. Здорово, Лех. Сыграл, я тоже с тобой сыграл. Пропал. Можно сказать, не досыпаем здесь, не доедаем. Взяли Алексея, это, так сказать, от героев отвратили.
Давай скатаем. Ну, не сегодня. В ближайшее время спишемся, короче. Берем день удобный, да поиграем. Можно, наверное, просто КВ. Просто КВ не так удобно, как крылья. Просто КВ требует каста полета каждый раз. И экспертного воздуха, которого у нас пока еще нет. Но можно и КВ. Я, конечно, не возражал бы, но там есть свои ограничения. В отпуске до 18 марта. Удобно. Понял тебя. Напишу тебе в Дискорде, там решим. Удобно до 18 марта в отпуске. Слушай, а я вот, ну, правда, у нас с тобой разные занятия, да, я так понимаю. Ну, неделю, короче, просто не стримил, уже на стену, думаю, сейчас лететь начну. То есть, как бы и сегодня рановато так по самочувствию. Ну, в целом, нормально. Даже он против Никиты затащил. Но зачетный отпуск. Тут вот, когда такой длинный отпуск у человека, даже вот не факт, что имеет смысл завидовать. Ну, потому что это вот такая история. Не факт, что прям обязательно в плюс. Но если в плюс, тогда, конечно, замечательно. Так, ну что, здесь просто бежим, правильно? Ничего не делаем. Здесь там просто бежим, тут просто стоим. Здесь просто бахаем префектуру. Ну и чуть-чуть копим таймер на этом, на всем. Здравствуй, Джон Смит. Стримы — это моя основная работа. У меня, если я здоров, и если все нормально, 11 стримов в неделю. Какая еще может быть работа? Может, обзорочку? Кстати, неплохая идея, как мне кажется. Могут это быть джины? Ой, куда нам надо? Все. 10-19 фанатов. Лампа, кот, гений. Гений на коте. Вот это вот все. Как вы понимаете. Прям физическое удовольствие практически получил. 10-19. Но я их должен же бить, правильно? Ну, легчайшим образом, да. Так, теперь вопрос, ехать ли сюда или выход в эту сторону. Но мы не видим прям что-то, что нас супербустит, да? Тут у нас нет даже фабрики големов. А здесь, ну, тут алтарь желаний тогда ставим. Пока так. Вот лампа. Так, лампа отлично. Лампа это то, что доктор прописал. Так, ну чего, фабрику поставим все-таки? Ну, наверное, да. Ну, жирища тут никого нет, конечно же. Прямо скажем. Коробку на джинов бы найти, но вряд ли это будет она. А у нас лук же, да, завалялся? Завалявшийся лук — это неплохо. А здесь же нам дадут в награду... Ой, ну мне их, конечно, тут дадут в награду, но что-то дофига архимагов. Да, дофига архимагов, зря полез.
Что-то больно. Шесть чародеев, ну про... О, ужасно. Ужасно. Блин, тут могут быть джинны, по идее, да. Просто ужас. Ну, давненько я не был в этом объекте, ладно. Оуч. Что там Гринден-то? Ха, одинаковые статы, кайф. Могут ли вот это быть джинны? Вот в чем вопрос. Ну, в общем, надо здесь сейчас в любом случае ставить улучшение на джиннов, да? Собирать армию, идти отбивать 5 ол, я думаю, так. Прям, конечно, пробивка это. Ну, причем как-то вот так, наверное, идти. Демоны бы нам сейчас еще не объяснили. Дайте замедление, пожалуйста. А, они же объяснят сейчас. Понял. Кайф. И то, как бы, что-то как-то это... Ой-ой-ой. Так, ладно. Угу, косяк мой. Ну, ёлы-палы, ну как так-то? Нормально. Джины. Ну, кстати говоря. Так, а сколько надо денег? 8000. 8000. Восемь тысяч, конечно, у нас не будет, да? Но можем половину заделать. Половина тоже неплохо.
Темп, да. Вот это хорошо, может быть, кстати говоря. Хотя, ладно, не суть уже. Нет, позитив, не стоит делать единички из чародеев. Чародеи дают один каст, хоть их 85 стеков на карте. Этот каст случайный, поэтому одного стека более чем достаточно, чтобы они откастовались. Так, вот сюда идти или нет? Больно они бьют, да? Конечно, зараза. 2049, ну, наверное, все-таки нет. Сюда... Какое-то мясо собирать должен. 47, но тут куча объектов. Какие молодцы, в скобочках нет. О, как? Интересно. Големы, ну, какое-то мясо, да, пошло. 1, 2, 5. Тайминг. Целеустремленный демон. Типа того, да. Демон, что надо. Армии, конечно, я тут залил. Ну, вроде как темп-темп, да? Не факт, что это оправдается. Давайте-ка мы здесь разгонимся. Зальем ману. Колба есть, у нас колечко волнистое, да? Лоского не видели мы? Называется, я вот интересуюсь. Спасибо, Джон Денвер, за рейд. Добро пожаловать, ребят. Уже тут, правда, не то чтобы долго... Собрались сидеть, скоро будем заканчивать. Ну, вот это последнее, но... Эту, можно сказать, еще самое интересное в этой игре впереди. Играем Outcast на супергероях. За дракона. Сдача мощная, быстрая, но, конечно, я тут подзалил уже места. Отвечая на невысказанный пока вопрос, или высказанный, но не прочитанный мною, насчет того, что а как же стрельба? Стрельба отличная тема. Но в данном случае есть моментик, что... мне надо логу подкачать, землю подкачать, то есть много навыков уже набрал. Ну что... Сейчас тут будет какое-то количество джинов. Мы должны поставить грейд. Небольшое, да? 6 штук всего, но сколько есть. И как-то ехать вперед, не знаю. Ролить лампы еще, да? Надеяться, что тут нам их сдало. Тут забирать фанатиков. Пробовать выходить, рассчитывать. Надеяться, что центр действительно замок. И что мы там найдем коробки на фанатиков. И там-то мы развернемся во всю ширину. Кто знает, что за энергетиками. Маги, похоже. Вряд ли джинны. 2049 их сразу было. Может, големы.
Или одно, или другое, я думаю. В горгулье вообще. Да. Имеет смысл переночевать. Голема, что ли, доагрейдить, слушайте. На 1.3.2, типа, выйдем из своего города, да? Так, конечно, амбициозно, учитывая, что у нас армии нет ни черта, но... Как говорится, что поделаешь, ясно, что мы здесь ни в каких гигантов не играем. Взять ли колпачков? Наверное, нет. Чем мне эти несколько колпаков? Погоду не сделают. Это просто покрасить по дороге. Сюда заскочить. Мало ли, сейчас мы все-таки какую-нибудь метеориточку или цепь вытащим. Вполне может быть. Так, ребяток берем. Привет, Томми. Как здоровье? Ну, получше. Видишь, даже стримить могу, но еще, конечно, и близко. Не прям, чтобы порядок. Так, ну вот это обязательно я должен, да, смотреть, тем более там и количество располагает. Не то колечко, которое мы ждем. Цита, может быть, еще центр. А ребята, что колдуем? Это ерунда пошла, если честно. Ну давай, джинов. А вот здесь не зашло. А вот здесь прям не пошло, да? Вроде и спешка неплохая, а толку-то? Стрелочками будем кидать. 170 урона, будем стрелочками всех закидывать. Получается так. Ну и что-то отстраиваем дома. Типа мы пошли в экономику, я не знаю. Куда мы пошли? Куда-то пошли, короче. 1-3-4. 2-1-1 у нас финалка, я напомню. Принудительная. Коровки. Это тоже хочется поднять. И коровок хочется бахнуть. Похоже на джинов. Давайте, 27, а шрайн еще не факт. Да, архимаги. Ну, с другой стороны, тоже неплохо, да? Все равно стек поувеличился. Ну, дайте что-нибудь ударное. Благодарю. Ну и что? У нас цепь с экспертным воздухом. 14 СП, 660 урона. Монахов, пожалуй, в один слот, да? Големов в два для прикрышки. Ну, важно, какое ГО будет. Но в целом...
Понял. Что, так что ли? Пытаемся по пескам найти дорожку. Ребята. Ой, а чё ж... даже не посмотрел, сколько они там выносят. Сто 249. Ой-ой-ой. Я должен их лобить, чё? Дайте замедление, пожалуйста. Ну, спасибо. Спасибо, ребятушки. Теперь бы нам отсюда выехать. Так-то в целом неплохо у нас все прошло. На пробивках, да? Но теперь бы отсюда выбраться. 1-3-6. Блин, а тут мне нельзя проехать. Ой-ой-ой-ой-ой. А это не вся ли магия случаем? О, какие же вы молодцы! О, какие же вы красавцы! Он должен все равно отдавать их еще дофига, да? Их как-то надо бить. Магия вся. Сюда ее. Да в смысле он уже поехал? Да, неплохо, неплохо. КВ в тумане рядом. Не нужно КВ. Ничего не надо.
Закон подлости, да это тогда сдача вообще бомба какая-то. Все, что надо, все подкладывают. Ну там, то есть жаловаться на такую сдачу вообще как бы, ну как-то даже и неловко. Не, он у себя на респе еще, да? Отлично. Ой, не туда. А вот и эликсир. Привет тебе, привет. Плащ сюда. Замедление, почти, так. Это книга земли, типа, нужная. Ой, какие же вы молодцы, просто сейчас же будет разрывать их. Так, а к нему как через верх, да? Книга земли. Книга земли. Вспомните прошлую сдачу, да? Прошлую игру. Угу. Конечно, книга земли. Кто бы сомневался. Че, поедем ему навстречу? Ну и что, что у нас статы ниже, да? Так, ну, армии типа слабее. Зато по статам вроде как мы впереди. Забрать джинов мало тут, конечно. Ну как, джинов, големов для уверенности, да, и двигаться, думаю, так. Денег нет на джинов, хватит с големами. Ну какой слоненок у нас получился на мини-карте. Все прилично и ненавязчиво. Да, ну игра, конечно, вот эта занятная. В тупик пришли, да? Коробка, туча единорогов. На тебе всю магию, чтоб ты оттуда выпрыгнул. Нет, не идем мы в библу. Мы идем сначала домой за добором джинов-големов, потом к оппоненту. Навстречу. Так, а нам вообще еще, да, у нас куча слотов, у нас, несмотря на статы, ни головы, ни нагрудника, ни шеи, ну, потому что у нас 9 олд-сортов с двух, да? Кстати, контрить замедление-то нам и не надо, у нас хоста есть.
Ну, то есть это тоже контра своего рода. Плюс вся магия, земля, воздух есть, то есть земляных и воздушных мы можем x2 бахать при помощи заклинаний. Очень много всадников здесь, 50-99, с ними тяжеловато. Было бы родным замедление, да, а так просто к ним идти, на минус армию можно сходить в легкую пристроиться. У нас минус морали нет, так что можно на такую минус армию пристроиться, к этим всадникам. Присоседиться, так сказать, что мама не горюй. Ну, вон он едет потихонечку, да? Так, мы что, погнали, да, добирать. Ничего себе. Эй! А у нас же минус мораль, конечно. Некрасиво с вашей стороны, если честно. Пять ол еще. 59. Короче, просто ночуем. Вряд ли я сейчас какой-то добор придумаю. Пусть он выдвигается к нам, видит, что мы сидим в центре, а мы постараемся его накрыть, а он к нам не выдвигается. Ну ладно. Значит, мы к нему выдвинемся. Двадцать сорок девять. Я даже и не знаю. Вот сюда, я думаю, имеет смысл прыгнуть. И шея, и нагрудник. Нормально мы тут усилили. Да в смысле? Одновременные ходы завершены, и он... Давайте он еще до города доедет. Ну что за дичь-то? Ну ёлы-палы. Да, подстава с одновременными ходами. Ну ладно, он красный. Это если он успеет вообще. Ну, он щиточек сейчас может забрать, да, мечик забрать. Блин, такая подстава. Ну, там вроде нет никого особо. Что, приехал, щит не увидел, не смог добрать? Ага.
Интересно. Ну да. Видимо, тяжелая была сдача. Забавно со щитом вышло, это да.